Сонымен, құрметті ханымдар мен мырзалар, ендеше кешіміздің ко-мейн ивенті. Назарларыңыз экранда болсын. Қарсы алыңыздар. Я Дмитрий Трофов, приехал из Беларуси, город Гомель, на вечер бокса в Казахстан. Я провел 26 боев, из них одержал 16 побед. Приехал только за победой, только вперед. Буду боксировать и побеждать. Мен Нұрсұлтанов Мейірім, Шығыс Қазақстан облысы Айгез ауданы Мыңбұлақ ауылының тумасымын. Кәсіпқой бокстағы 14 жекпе-жек өткізіп, барлығында жеңіске жеттім. Қазіргі таңда Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген жаттықтырушы Марат Жакиевтің қол астында жаттығу жасаймын. Бүгінгі қарсыласым Беларусь елінен келген Дмитрий Атрохов. Қарсыласыма сәттілік, қолдан келгенше барлығын жасаймын. Алтай Атыраудың арасы, тау бауыры өзің көлдің жағасы. Жастайынан жет атасын жаттаған, сақтаған, тегі мықты мен қазақтың баласы. Жау қолынан жыртылмаған жағасы, ат үстінде ғұмыр кешкен бабасы. Ladies and gentlemen, this is the co-main event of the evening, sanctioned by Professional Boxing Commission of Republic of Kazakhstan, organized by Adal Promotion. Ladies and gentlemen, referee and judges, Paul Tuzinda, Irbol Nurushev, Dulat Bazarbayev, Telek Manap, Din Muhammad Abaykhan, Dulat Bukibayev, Inspector Mariam Muhammadjan, and chart the action, your referee, Bauržan Iskakov. Ladies and gentlemen, this event is sponsored by Mangistau Oil Refining, Ahtau Biestroy, Allianz LTD, Grand Hotel Victory, LPG Trade, Kaz Azot. Ladies and gentlemen, are you ready? This is a co-main event! Introducing him first, and fighting out of the blue corner, his stand 179 centimeters tall, official weighing 72.5 kilogram, professional record of the boxer 16 wins, 11 defeat, 7 wins by way of knockout, fighting out the Gomel, Belarus. Please welcome Dmitry Atroka. Introducing his opponent, his stand, 183 centimeters tall, official weighing 72.6 kilogram. He is a WBC USA champion. Professional record is perfect one. 14 wins, no losses. 8 wins by way of knockout. Fighting out the Ayagöz, Kazakhstan, Karsalizdar, Mirim Nursultanov. Атрохов және де Мейірім Нұрсұлтанов. Мейірім Нұрсұлтанов 28 жаста. Дмитрий Атрохов 33 жаста. Арасында 5 жас айырмашылық бар. Дегенмен ондай қатты көп емес. Енді құрметті көрермен, естеріңізге сала кетейік. Жалпы айта кетерлігі 30 жас деген боксшы үшін жас емес. Өйткені пик 30 жастан кейін жаймен мансаптың аяқталуына қарай жақындайды. Мінекей, бірінші раунд басталып кетті. Жалпы Мейірім Нұрсұлтанов кәсіпқой бокста 14 кездесу өткізіп, 14-інде де жеңіске жеткен біздің қазақ елінің мақтанышы. 8-ін уақытынан бұрын нокаутпен аяқтаған болатын жеке бапкері Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген жаттықтырушысы Марат Джакиев.
ал менеджері әлемге танымал Эгис Климас. Мінекей, бірінші раунд басталды. Әзірге екі жақтан да қатты бір белсенділік білініп жатырған жоқ. Дегенмен шаршалаңның ортасын мейірім бірден иеленіп алды. Жалпы құрметті көрермен, тарихы тау мен тасқа жазылған Маңғыстау спорт әлемінен кенде емес. Біздің Маңғыстау топырағынан талай әлемдік аренада атой салған мықты-мықты сайдың серкетасындай алмас қылыштай жарқыраған боксшыларымыз шыққан болатын. Әңгіменің әлқисасын Шоқыр Бөлтегұлынан бастайтын болса, қазақ боксының атасы, қазақ боксы осы Маңғыстау топырағынан басталды десек артық айтпағанымыз шығар. Одан бері де енді көптеген танымал боксшыларымыз бар. Асылбек Келимов қандай тұлға еді? Енді жаңа өзіңіз естігендей Марат Жакиев қазіргі таңда көптеген боксшыларымызды ұлттық құрама сапында тәрбиелеп бапта отырған бапкер. Әділбек Ниязымбетов, Берік Абдрахманов көптеген беделді боксшыларымыз Маңғыстау топырағынан шыққан болатын. Мінекей, мейірімнің соққылары әзірге қарсыласын танып біліп жатыр, аңдып жатыр. Қарсыласының бабын танып жатыр. Бұрышқа тақап, бүйрегінен керемет соққы ұрған болатын. Мейірімге белсенділік таныту керек. Бірінші раундта аяқталуға санаулы секундтар, мінекей гонг соғылды. Гонг соғылды. Бірінші раундты жалпы енді айқын болмаса да белсенділік танытқан мейірімнің шешіміне шешілді деп айтуға болатын шығар. И мы пригласили эксперта, мастера спорта по боксу, судью международной категории «Три звезды АИБА», гордость Маңғыстауской школы бокса Руслана Бибуева, который поможет нам комментировать эту встречу. Руслан, скажите, пожалуйста, по первому раунду, что вы увидели, какие цели преследуют боксеры, выбрана ли правильная тактика и на что надо делать, на что именно надо делать акцент? Добрый вечер, уважаемые друзья. Ну, в первом раунде, как всегда, боксеры проведут разведку. Мейірім Нұрсұлтанов – это очень опытный боксер, который в свое время боксировал за клуб «Астана Арланс», является членом национальной сборной. И он сейчас, вот вы сами видите, самый накал, я думаю, пойдет уже в четвертом, в третьем раунде. Ну вот и вот видите, сейчас плотный, более серийно да, работает наш боксер. Более, вот он сейчас вот уже начинает искать окошки. Сейчас будем дальше наблюдать, смотреть. Также Дмитрий Атрахов тоже хороший оппонент, хороший боксер. Его последняя встреча была 25 мая в Сочи. А тогда он потерпел поражение от Сергея Воробьева. Ну, тоже был неоднозначный бой. Руслан, скажите, пожалуйста, казахстанский боксер сейчас идет первым номером, работает. Возможно ли то, что на контратаках попадется, как говорят боксеры, да? Просто белорусский боксер известен своими вот этими заманиванием. Вот видите, как он выпрыгивает.
Ну, казахстанец демонстрирует, что он это, готов к этому. Ну, в этой ситуации мы вот сейчас наблюдаем, как Мерим Нурсултанов проводит атаки. Ну, я думаю, Нурсултан не... Вот, вот вы сами наблюдаете. Идет, разведка еще идет. Это профессиональный бокс. В любительском боксе, конечно, чуть-чуть по-другому, но в профи это вообще другая школа, другая тактика, другая работа, потому что бой длится всегда 5, 6, 12 раундов длится, да, но это у нас... У нас 4-раундовый бой. Да, здесь 4-раундовый. Ну, вот сейчас Мерим Нурсултанов прессингует, выцеливает, ищет окошко. Вот вы видите, левую снизу, правую сбоку поднял, правую снизу кидает, ну... То есть это домашние заготовки? Да, это потихоньку на него готовились, просматривали. Это тоже не прям так вот взять с воздуха, взять Дмитрий Астахов, Атрахов сюда приехал. Он на него настраивался, тот на него настраивался, потому что это профессиональный бокс. И здесь... Любой один удар можешь решить исход боя, потому что здесь и перчатки, не как в любительском боксе. Вот мы видим, что боксеры, Нурсултан выцеливается, ищет окошко. Но я думаю, казахстанская школа бокса всему миру доказала, что она, какая она сильная. Вот закончился у нас второй раунд. Судья собирает записки. Ну, сейчас точно пока сказать преимущество на чьей стороне нельзя. Как вы сами сказали, Руслан, здесь идет разведка сейчас. Они изучают друг друга уже практически не до боя, по боям, по изучению видеозаписей. Как говорят многие, делать ставку на один удар. Как вы думаете? Нет, на один удар ставку делать не надо. Я думаю, Мерим Нурсултанов у нас насчет этого, он знает, он тут на один удар рассчитывать не надо. Но он сейчас вообще по бою ведет, бой он ведет. Бок. Вот не полную, ну как не в одну кассу, как говорится, да, но по бою он ведет бой, потому что он постоянно прессингует. Мы вот сами видим, вот сейчас я чувствую, что вот будет сейчас удары. Уже вот сейчас пойдет накал, потому что пошел уже третий раунд идет. Я смотрю, Дмитрий Атрахов тоже. Долго не остается. Сопротивляется, да. Да, да, это однозначно тоже под парень. Хорошим багажом боксер, сам тоже на пресс-конференции говорил, что готовился именно на Нурсултанова. Ну, сейчас подождем. Вот. Нурсултан, Мерим хорошо попадает с правой. Сейчас Мерим правосторонний стойки боксирует. Дмитрий в левосторонней стойке боксирует. Вот, Мерим справа сбоку хорошо попадает. Вот пробивает ему по печени, пробивает серию ударов. Ну, не выпускает. Наш боксер не выпускает, не дает ему практически ничего сделать. Не дает занять центр ринга. Вот, серия проходит от белоруса. Довольно-таки хорошая. Прошла вся из трех ударов. Все в цель. Мерим всем своим видом показывает, что он ее даже не почувствовал. Вот последние несколько секунд белорус начинает диктовать свои условия потихонечку. Либо же Мерим выжидает. Вновь загоняет его к канатам. Хороший левый сбоку. Ощутил он его, ощутил. Вот еще один проходит удар.
То есть есть у него так называемая ахиллесова пята, и вот по ней надо работать. Удар по корпусу. Уважаемые телезрители, вы видите, что казахстанский боксер полностью контролирует ситуацию, читает весь бой. Но при этом нельзя забывать, что перед тобой тоже именитый и довольно-таки подготовленный боксер, от которого можно ожидать все, что угодно. Руслан, скажите, пожалуйста, ваш опыт в боксе, тренерский, самого боксера, судейский. Увидим мы нокаут в этом бою? Как вы думаете? Я думаю, честно сказать, что мы увидим нокаут в этом бою. Ну, бокс – это такой вид спорта. Ты вроде вот выигрываешь, идешь, можешь резко нарваться на встречный удар. И исход боя решается. Поэтому здесь мы, конечно, загадывать вперед не будем. По-любому мы болеем за нашего казахстанского боксера. Секундирует Берик Абдурахманов, мастер спорта международного класса, заслуженный тренер Адель Басагараев и заслуженный тренер Середов Дмитрий Егорович. Ну, я думаю, сейчас уже начнется более жесткий бокс, потому что в профессионалах они обычно до половины боя, как говорится, разведку делают, где-то прощупывают друг друга, а сейчас уже, я думаю, будет сейчас накал страстей. Ну, я хочу сказать по Дмитрию Атрахову, тоже молодец, хороший бокс показывает. Не тушуется. Да, видно, что парень тоже готовился, не просто сюда туристом приехал, хочет выиграть. Хорошо сказано, не просто туристом приехал, то есть он не считает себя каким-то проходным и в априори, а в идеале готов к победе, и судя по тому, как он ведет бой, опять-таки, то, что он работает, уважаемые телезрители, возле каната, так называем, вторым номером, это не говорит о его какой-то проигрышной позиции, о его уже готовности сдаться. Многие боксеры используют именно работу вторым номером, и при этом побеждают регулярно, постоянно и одним и тем же способом, заманивая боксера к себе в ловушку. Они на контратаках наносят те самые разящие удары, от которых потом невозможно восстановиться за отведенное время. В итоге победа в кармане, как говорится. Но, слава богу, Мейрам это читает, он это видит, не идет до конца, именно до конца в ловушку не заходит и работает на дистанции, причем серийно. Работа идет по этажам, как по корпусу, так и по голове, амплитудные удары. Несмотря на то, что это уже прошел экватор боя, идет вторая половина общего отрезка, боксеры не опускают руки, нет лишней бравады. Обратите внимание, какой высокий уровень профессионализма. Практически ударов по воздуху мы с вами не видим. Энергию экономят на максимуме и стараются вложиться в каждый удар. Вот хороший левый сбоку, но его видел Мейрам. Для кобыл, каковы ваши взгляды на этот бой? Ситуация такова, что однозначного решения пока нет. И картина боя складывается в пользу нашего боксера, но белорус все еще представляет опасность. Инда баршамыз жақсы білеміз, Мейрам жеңілістің дәмін татып көрмеген боксшы. Өзің айта кеткенде, әртес Мейрам бар күшін кездесудің екінші бөліміне сақтап отырған секілді. Дәл қазір енді бізде 8 раундтық кездесудің бел ортасын аяқтап жатырмыз. 4-ші раундта тәмамдалып қалуына мінекей бірер секундтар қалды. Гонг соғылды. Жалпы азда болса басымдықпен Мейрам белсенділік танытты. Құрметті көрермен, бұл Маңғыстауда өтіп жатқан керемет бокс тойы. Мейрам Нұрсұлтановтың бапкерлері
нұсқаулықтарын беріп, айтып, келесі раундқа қандай тәсіл айла қолдану керектігін айтып жатыр. Мінекей, беларусьтық боксшының дидарын байқа отырмыз. Бесінші раундты мейірім бастады. Ну, начал он пятый раунд, как и весь бой. Также собранность, стойка, держание рук, плечей, сгибание локтей, углы. Все это как по учебнику. Белорус же наоборот, ему надо что-то придумывать. Потому что та картина, которая сейчас складывается сейчас, он уверен, он уже это понял, что ничего хорошего она ему не сулит. Поэтому он пытается вывести из равновесия, наносит разнообразные удары, вот, отходит, пытается менять дистанцию, заставляет ошибиться, будем так говорить, но пока ему это не удается. Еще один. У меня такое ощущение, что Мейерым заряжен именно на один удар. Он устал танцевать, не то чтобы он физически устал, просто он уже не хочет танцевать с ним и хочет поставить большую, но жирную точку в этом противостоянии. Хорошее попадание правой. Руслан, вы сказали, что, скорее всего, все 8 раундов мы не увидим. Скорее всего, будет досрочная победа. Да, я так сказал, я, конечно, этого хочу, но это бокс. Ну, я сейчас вот наблюдаю, Мейерым очень часто с правой руки попадает в Атрохова. Я думаю, Мейерым должен закончить досрочно этот бой, потому что в профессионалах обычно постоянно чемпионские раунды, это бывают последние раунды. Ну, конечно, сейчас не последние раунды, сейчас уже у нас пятый раунд идет. Мейерым уверенно ведет бой. Честно вам скажу, как судья-любитель, мы в боксе чуть-чуть разбираемся. Вот я могу прямо сказать, Мейерым, что слева, что справа попадает. Видите, вот обратно справа прямой попадает. Но я думаю, что он, по-моему, его хочет справа руки уронить, по-моему. Разрешите, я переведу лексикон нашего уважаемого гостя. Уронить с правой руки, то есть провести комбинацию, где акцентирующим ударом будет удар именно правой рукой. Возможно, это будет боковой удар, либо прямой удар, который прекратит этот бой. Еще хотелось бы дополнить, что Руслан Бибуев является не судьей-любителем, а судьей международной категории 3 звезды АИБА. Это довольно-таки редко. Это один из самых высших чинов в международной системе судейства боксерского. Но мангоставские боксеры столь сильны, сколь скромны, что их и украшает. Но у нас закончился очередной раунд. Для любителей это немножко скучновато. Но здесь мы видим более шахматную игру. Они как два стратега прочувствуют друг друга, делают определенные ходы и ищут слабые места. Более знающие люди получают от этого боя эстетическое удовольствие. А бокс это, я еще раз повторюсь в очередной раз за этот вечер, это не драка уличная. Бокс это философия жизни. Бокс это тактика. Бокс это постоянная работа и совершенствование себя. Ну, конечно, да, участники, их ранг, их регалии довольно-таки авторитетные. Откровенно будем говорить, такой зрелищности, которую мы ожидали, как в первом бою, где выходили новички и была просто рубка, нету. Но здесь более
Обратите внимание, как они двигаются, как они действуют. Никаких лишних движений. Каждый ждет того, что соперник ошибится. И при этом каждый из них ошибаться не хочет, и это они понимают. Вот это и есть психологическая внутренняя борьба друг с другом. Очередной удар по корпусу от нашего боксера. А мне кажется, что белорус его прочувствовал. Ну, по крайней мере, руку он опустил. Мирим продолжает давить канатом и делает ставку все-таки на силовое решение. Инде артист жоғарда өзім қоя кеткен сұраққа жауап бере кетейін. Инде бұл чемпиондық кездесу деп айтпасақ та, жалпы алдағы уақытта Мейірім осы адал промоутерлық орталығымен 3 жылға келісім шартқа отырған болатын. Дәл қазір IBF тұжырымы бойынша 10-ші орында тұр. Алдағы уақытта осы промоутерлік орталықтың өкілдері Мейірімді осы 3 жылдың ішінде чемпиондық белбеуге таласуға шығаруына кеше баспасөз хатшысында уәде берген болатын. Және біз осы кездесуді күтеміз, көреміз деген үміттеміз. Енді Мейірімнің біз жоғарыда кәсіпқой бокста қандай дәрежеге жетістікке жеткен айта кеттік. Мейірімнің иығында тіпті әуесқой бокста да өте керемет жетістіктер бар. 2014 жылы Қазақстан Республикасының чемпионы, 2010 жылы Иранда өткен жастар арасында Азия чемпионы, және де бүкіл әлемдік бокс сериясының 2015 жылы Астана Арланс командасы сапында чемпион атанған болатын. Енді мінекей 6-шы раундтың аяқталуына да 1 минуттан аз уақыт қалды. Мейірім белсенділігін төмендетер емес, қарсыласты канатқа тақап қойып, басынан, ішінен керемет соққыларын жұмсап жатыр. Да, вот именно эта работа по этажам, она сковывает белорусского спортсмена, не дает ему развивать атаки. И мне кажется, что Мейірім делает ставку именно на разящий удар по корпусу. Потому что обработка корпуса, области печени ведется регулярно, с разных углов и при любой серийной атаке. Сейчас он перевел на голову, несколько попаданий было, но они неощутимые. Ответка от белорусского спортсмена. Еще одна. Не собирается сдаваться. Даже и в мыслях у него этого нету. Даже он где-то навязывает. Вот, хороший был. Сказать, что они недовольны, это тоже неправильно будет, просто они, ну, наставления дают, да, все равно вы сами понимаете, сейчас вот начинаются чемпионские раунды, вот сейчас, сейчас начинается седьмой и восьмой раунд, ну, я говорю, последние два раунда, в профессиональном боксе это обычно в конце последние раунды, боксеры выкладываются на все 100 и хотят завершить бой досрочно, но мы сейчас будем смотреть. Вот я как смотрю, вы видите, Нурсултан поджимает, как вы заметили, что тоже он вот на силовой бокс чуть-чуть проводит, да? Но я думаю, сейчас вот эти раунды будут очень интересны, потому что, боксер, видите, сейчас Атрахов тоже выжидает, но я думаю, Мейірім свою работу сделает сейчас. Мейірім у нас считается очень, ну, есть он профессиональный боксер, выступал в Америке, имеет колоссальный опыт. Я думаю, у него есть свои задумки. Послушно, в списке у него есть более-менее такие именитые боксеры? У него есть, но, честно скажу, прямо вот сейчас их так назвать я вот не знаю, но он боксировал, он в Америке долгое время боксировал. Я не помню, какой промоушен. Опытный боксер, у него по-любому свои задумки есть сейчас. Вот вы видите, что справа, слева поджимает. Сейчас у нас, считайте, минута 30 остается до конца боя, минута 34, да. Ну, я думаю, сейчас
правой руки, вот смотрите, он больше акцент делает, а видите, справа, как он делает с правой руки акцент, да, вот, что-то Дмитрий уже, по-моему, чуть-чуть в потрясении, в легком таком нокдауне, рефери тоже настороженно, внимательно наблюдает за боем, вот мы наблюдаем. Вы как рефери, скажите, пожалуйста, в таких вот ситуациях, когда вот должен, вы же тоже чувствуете, должен произойти тот самый удар, на что надо обращать внимание? Ну, это надо усиленно, внимательно наблюдать за обоими боксерами, да, потому что здесь одно просто миллисекунда, ты вот, ну, не увидел, как говорится, и все, считай, даже не увидишь, как вот, как бокс, это же такой вид спорта, быстро бьют. Поэтому в рефери тоже сейчас очень внимательно наблюдает, и он знает, что последние раунды это файт, вот чемпионские раунды. Мирим очень с правой руки очень хорошо попадает. Ну, я вот смотрю, Дмитрий Атрахов тоже идет в атаку. Головой лезет очень много Дмитрий. Это немножко, да, дестабилизирует. Несмотря на то, что практически весь бой остается за казахстанцем, белорус старается навязать свой бой, выходит из угла, выдавливает с центра, пытается зажать канатом. И все больше мы видим вот именно вот этих серийных, не сильных ударов, но они выводят из себя. Ну, этот раунд тоже можно отдать нашему боксеру. У него были более точные и больше попаданий. Спасибо. Это был Руслан Бибуев. Своеобразная тоже легенда мангыстауского бокса. Участник-победитель многих турниров. Затем очень хорошая плодотворная работа тренером. Она и продолжается. А также является, что редкость, судьей международной категории АИБА 3 звезды. Несмотря на все громогласные заявления и прогнозы, где-то даже скептические в отношении белорусского боксера, он оказался крепким орешком, и уже практически середина восьмого раунда, а он еще на ногах, и он до сих пор очень опасен. Посмотрите, как публика немножко даже уже недовольна, где-то освистывает, пропускает наш боксер, но показывает, что это... Не ощутил он этих ударов, никак они не повлияли. Как бы там ни было, это очки в копилку соперника. И здесь тоже надо быть осторожнее. Құрметті көрермен, жаңа қонағымыз айта кеткендей, әріптесім айта кеткендей, екі боксшы да өздерінің күшін соңғы чемпиондық раундтарға алып қалған секілді. Беларусьтық боксшы тіпті 7-ші раундта, 8-ші раундта мінекей мейірімге өте жақсы бір жойқын соққыларын жұмсады. Екі боксшы да керемет өнер көрсетіп жатыр. Енді бір қызығы айта кетерлігі, Мейірім Нұрсұлтановты жоғарыда айттық қой, мынау IBF тұжырымы бойынша 10-ші орында орта салмақ бойынша. Енді осы орта салмақ бойынша өздеріңіз жақсы білесіздер, Геннадий Головкин бізде IBF тұжырымы бойынша әлем чемпионы. Егер де Мейірім рейтинг бойынша жоғарыласа, біздің Генаға да қарсылас болып қалуы әбден ықтимал. Мінекей, 8-ші раундтың соңғы 1-ші минуты қалды. Мейірімнің керемет соққыларын көрдіңіздер. Оң қолмен, сол қолмен жақтың астынан керемет соққысы өтті. Екі боксшы да шаршады, дегенмен шаршағанын білдіртер емес. Мінекей, Мейірімнің сол қолмен, оң қолмен жұмсап жатқан керемет соққылары белорусқа дөп тиіп жатыр. Соңғы секундтар, чемпиондық раунд десе, чемпиондық раунд өте тартысты, керемет өтіп жатқан кездесу. Тәжірибелі боксшының аты тәжірибелі, екі боксшы да өзінің тактикасынан қайтар емес.
Беларусь-та өзінің соққысын жұмсап қалып үлгеріп жатыр кездесудің соңғы тұстарында. Бұл соққылардың барлығы да есепке алынады. Өте қажет соққылар. Бірақ кездесудің соңын мейірімге бермеу керек. Гонг соғылды, кездесу аяқталды. Әліптің артын бағайық. Да, мы не увидели нокаута, досрочного завершения в этом бою. Но, тем не менее, бой очень красивый. Алғырлығын байқадық және мейірімнің қолын көтеретініне біз күмәнсіз сенеміз. 14 кездесу, 14-ін жеңіспен, тіпті 8-ін уақытынан бұрын аяқтаған Мейірім Нұрсұлтанов. Бәрекелді, құрметті қазақ елі, баршаңызды керемет жеңіспен құттықтаймыз. Мейірім Нұрсұлтанов өзінің қоржынына 15-ші жеңісті жазды. Енді Дмитрий Атроховқа да өзінің кезекті құрметін білдіру керек. Өте жақсы қарсылас, өте мықты қарсылас. Дегенмен бүгін біздің боксшының бағы жанды.